Добрый вечер. В эфире специальный выпуск нашего канала. 26 и 27 мая в Москве пройдет третий международный Московский академический экономический форум на тему «Глобальная трансформация современного общества и цели национального развития России». Организаторы форума – Российская академия наук, Вольное экономическое общество России, Международный союз экономистов. Открытие третьего Московского академического экономического форума и пленарные сессии форума состоятся 26 мая в Российской академии наук в Москве. Архитектура форума включает пленарные сессии в Российской академии наук, пленарные конференции на площадках ведущих вузов, а также региональные и межрегиональные конференции, конгрессы, круглые столы, молодежные секции в различных субъектах Российской Федерации. Центральные площадки пленарных конференций второго дня работы форума – Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, МГУ имени Ломоносова и другие. Региональные площадки форума будут работать с 17 по 25 мая этого года. В числе участников форума ученые и эксперты России и мира, представители бизнес-сообщества, международных и российских общественных организаций, государственных структур. Ход и итоги форума освещаются генеральным информационным партнером ТАСС, официальным информационным партнером Российской газетой, ведущими телеканалами, общественным телевидением России, другими СМИ. Для участия в мероприятиях форума необходимо пройти обязательную электронную регистрацию на сайте форума.